Воронцовский дворец. Именно сюда мы сегодня приехали, чтобы погулять не по самому дворцу, а прогуляться по парку, по верхней его части. Ну, сейчас пройдемся по этим дорожкам, полюбуемся на здешнюю красоту. Ну, в принципе, комментариев минимум. Будем просто гулять и наслаждаться. Речной кедр. Какой интересный. Да, в принципе, сюда стоит приехать. Да, красота. Вот это место называется Зал фонтанов. То есть мы пришли вот оттуда, там вон один фонтанчик. И здесь вот второй. Такое приятное место. Здесь даже попрохладнее, прям освежает все. Идем дальше. Хотим дойти до Форелевого озера, до Лебединого озера. Вот, потихоньку карабкаемся. Самый главный альпинист он впереди. Вот чуть дальше еще один водопадик. Даже, я бы сказал, целый каскад. Ох, тут бы искупаться бы. Ах, какая тут свежесть. На улице 27 градусов сейчас. Вот по такому акведуку поступает водичка в нижние водопады. Да, парк классный, прям не перестаю это повторять. Такие деревья многовековые. И вот такие вот деревья есть необычные для средней полосы России. Какая здесь красота. А самое интересное в парке — это вот сворачивать на такие вот козьи тропы. Не ходите по асфальтированным дорожкам, потому что всегда могут открыться очень интересные, красивые виды. Вот, например, смотрите, такое небольшое ущелье с такой искусственной речушкой, но все равно необычно.
Вот оно и Лебединое озеро. Просто страшно от того, что у тебя руки вот такие вот, что ты их поднять не можешь. Просто страшно становится. Да, вот вода чистейшая, как слеза. Эх, вот бы мне в своем прудике-то такую воду. Лебедь там чилит. Отдыхает. Умаялся, уморился. О, и тут братаны. Ну скажи, отвали кожаный, мне так хорошо без тебя. Ну да. Мы пойдем налево. Здесь поинтереснее. Здесь типа козья тропа. Ну и собственно тут все и заканчивается. Еще бы не полезем. Не знаю, что там.
змеи. Не знаю, насколько они ядовитые, но змеи где-то там. Ползет. Не знаю, вон вижу башку ее. Поползла. Ну ладно, не будем узнавать, какая она, ядовитая или нет. О, здесь такой ущелица. Прикольно сделано, конечно, вот это вот между скалами дорога. Итак, спускаемся к месту. На карте обозначено как грот с могилой собаки. Что за могила собаки, что за грот? Блин, тут такая дорожка-то, главное ноги не переломать вместе с шеей. Ну еще мы люди рисковые. Хорошо, прохладненько. Извиняюсь, рот с могилой Чемлека. Это была собака. Так. О, здесь даже надпись Чемлек. Этот гротик. Пойдемте посмотрим. Что там внутри, в этом гроте? Это, наверное, камень есть. Могила Чемлека. А может и нет. А может он где-нибудь там. Ну, как-то так. Так, ну что, на сегодня неплохо погуляли. Будем выбираться в сторону выхода. Вот, сегодня уже сам дворец посетить мы не успеваем. И в нижнюю часть тоже не успеваем. Но ничего, будет вторая часть. Сходим, прогуляемся. Вот. Ну а пока, как говорится, всем спасибо за внимание. Всем до новых встреч.